Ребят, всем привет! Меня зовут Елена Райтман, и добро пожаловать на мой канал. Если вы еще не подписаны и не стали частью нашей огромной 6-миллионной семьи, то скорее подписывайся, потому что мы тебя ждем. У нас с вами сегодня начинается новая страшная переписка, новая история, и я решила глобально подойти к макияжу. Быть на пол лица нарисовалась, я не пойми что. Честно говоря, мне на камеру смотрю, вообще не нравится мой макияж, но уже деваться некуда, потому что меня уже ждут, мне уже нужно снимать. Так что давайте на это недоразумение закроем глаза. Договор? Я быренько пока захожу, рекламирую свой телеграм. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм, мне будет очень приятно. Ну просто хочется мне выпендриваться, что у меня дофига там подписчиков. Но в то же время я стараюсь вести его интересно, чтобы вы не просто подписались и там ничего не делали. Если честно, приступать к новой истории мне очень страшно, потому что я недовольна собой в предыдущей страшной истории. Там все на тот свет отправились из-за меня, включая меня саму. Многие из вас сказали, что моя ошибка была в том, что зря я настаивала на том, что существуют какие-то зомби, они пожирают людей, из-за этого меня приняли как сумасшедшую. Ну, в общем, да, я согласна, наверное, причина была как раз-таки в этом. Поэтому в этой истории я постараюсь вообще не лажать, я постараюсь сделать все, чтобы выжили абсолютно все. Чат называется «Взаперти». Кого запрут нас? А во что ты любишь играть? Мне тоже нравятся догонялки. Я самая быстрая среди друзей. Конечно, я хочу поиграть с тобой. Наводить будешь ты. С кем она разговаривает? Мне страшно. Я больше убегать люблю. Зоя, с кем ты говоришь? С моим новым другом. С каким другом? Воображаемым? Нет, он вон там, за окном. Господи, насколько ж у него криповая морда. Я постараюсь вам сейчас увеличить максимально, чтобы вы посмотрели. Это настолько крипово. Впустите меня. Мы поиграем в догонялки. Да ну нахер такое впускать. Зоя, отойди от окна. Не смотри на него. Мама! Амелия, он сказал, что я буду убегать, а он меня ловить. Что случилось, Амелия? Вашего отца до сих пор нет, а уже стемнело. Как он мог оставить нас одних после заката? Зоя, отойди от окна. Мама, она его сейчас откроет. Зои, нет! Закрой шторы! Зои! Заходи! Спасибо, девочка. Господи, какая тупая девочка. О, твое приключение началось в тот день, когда ты отправилась в путешествие со своей подругой Мэй и ее семьей. Мы были неразлучны. Именно поэтому, когда Мэй сообщила тебе о семейной поездке, ты попросилась с ними. Провести лето без подруги было невообразимо. Солнце медленно скрывалось за горизонтом, когда ты, Мэй, ее мама Норма, ее отец Дэвид и их сын Кевин сели в автодом и направились к новым неизведанным просторам. Вы успели посетить несколько городов, насладились потрясающей природой, увидели интересные достопримечательности, живописные пейзажи и завораживающие каньоны. Ага, значит, мы сейчас в автодоме. Дорогой, мы не заплатились. Как бы мы могли? Тут всего одна дорога и никаких развилок. Мама, я хочу кушать. Родной, потерпи, мы скоро приедем. Если, конечно, наш папа не заблудился. Ой, как подпиливает мужика. Кевин, ты это слышал? Что слышал? Кажется, кто-то прячется под твоей кроватью. Там никого нет. Ты меня обманываешь. Разве я могу? Подумай сам. Мы остановились в лесу, двери были открыты. Похоже, какой-то монстр проник внутрь и спрятался под твоей кроватью. Монстры обожают маленьких мальчиков. Он подождет, пока ты уснешь, а затем сожрет тебя. Послушай, моя подруга Мэй, я человек с ранимой психикой. Я настроена на этот квест серьезно. Потому что в прошлом квесте, я напомню, что все отправились на тот свет. И я тут прям буду бдить во все бделки свои, понятно? Не надо меня пугать, не надо меня нервировать. Я очень нервная. Не надо. Нет, ты все придумала. Лена, она же обманывает меня. Она просто шутит, ты не бойся. Мэй, ты врушка, врушка, я все маме расскажу. Зачем обломала меня? Потому что не надо меня пугать, я тоже пуганая. Не порть брату психику. А чем тут еще заняться? Такая скукота. Вот бы что-нибудь интересное произошло. Типунь тебя на язык, тьфу, чтоб зеленка мазала. Дорогой, остановись, там какой-то знак. Что там написано? Дархэм. Мне такое не нравится, поехали дальше. Вот как? И какой это штат? Ничего не понимаю. Что случилось? Мама, а Мэй пугает меня монстрами. Подожди, дорогой. Дэвид, этого города нет на карте. Ну,
блин. Возможно, карта старая. С картой все в порядке. Ну и чудно. Заедем в Дархэм и узнаем у местных, где мы. А может, не надо? Глупости. Мы тут ради приключений. Ой, ё-моё! Что-то я растерялся, даже не знаю, как это читать. Друзья и братья, сегодня мы собрались здесь, чтобы проводить наше последнее прощание с тремя душами, унесенными слишком рано из этого мира. Зоя, Амелия и их мать Мелисса. Их уход оставил за собой лишь пустоту и боль в сердцах тех, кто их любил. Но давайте не забывать, что даже в самых темных моментах нашей жизни есть место для надежды и веры. Пусть эти три души, покоящиеся теперь в вечности, будут нашим светом и нашим напоминанием о том, что даже в лице смерти мы можем найти силу и сострадание. Да, мы оплакиваем их уход, но мы также должны помнить их улыбки, их доброту и любовь, которую они раздавали в этом мире. Пусть их души найдут покой, а мы, оставшиеся, возьмем урок из их жизни и будем жить каждый день, ценя друг друга и любя безмерно. Пусть их память будет благословением для нас всех. Аминь. Да, за проповедников я еще вот такого вот не читала. А вот и местные. Пойду выясню, где мы. Дэвид, похоже, сейчас не лучший момент. Так считаешь, да? Вообще было не надо сюда заезжать. Потом хер выберемся, да? Это еще кто? Похоже, туристы. Их нам еще не хватало. Гейл, ты это видишь? Разумеется, Говард. Что будем делать? Пока ничего. Но Гейл... Пока просто ждем. Что-то как-то вот такое, да? Думаю, ты права. Не будем им мешать. Поедем прямо. Рано или поздно попадем на нужное шоссе. Через 100 метров поверните налево. Ладно, шучу. Как скажешь. Мы скоро приедем. Да заткнись ты уже, червяк. Мэй, не разговаривай так с братом. Это еще что? Мы приехали туда же? Да боже, спросите уже у местных, куда ехать. Я скажу. Сидите в машине. Простите меня, дамы и господа, за беспокойство в этот... траурный момент. Я знаю, что это не совсем подходящее время, но кажется, мы заблудились. Не подскажете, как выехать из города? Здравствуйте. Мне приятно заслышать. Едьте прямо и никуда не сворачивайте. Благодарю вас. Примите мои соболезнования. Спасибо. Какой-то он странный. Да тут все как-то странно. Я даже не знаю, куда свои 5 копеек ставить. Они так хорошо без меня общаются. Ужас, да? К чему это, Гейл? По-другому никак. Ты же знаешь. Гейл прав. Соберите ребят. Нам пора выезжать. Дождемся, когда они отъедут. Готовьте шипы. Какие шипы? Чего готовиться? Куда уехать? Удалось выяснить, куда ехать? Да, как оказалось, сворачивать не нужно. Прямо, только прямо. Только вы не едьте быстро и следите за дорогой. Особенно на саму дорогу смотрите. На проезжую часть. А здесь нормально намекнула на шипы. А ты почему папе говоришь, как ехать? Он самый крутой водитель в мире. Он и меня научил заводить машину. Бай, молодец. Просто интуиция. Как будто что-то под колеса попадет. Давно ты в экстрасенсы заделась. Когда поняла, что если вам прямо говорить, вы не верите, а потом на тот свет отправляетесь. Мама, а кто такие экстрасексы? Ну давай, мама, разгребай. Экстрасенсы, дорогой, это люди, которые видят больше других. Лена, а что находится вот за той горой? Я не знаю, что находится вот так вот. Вот на вытянутую руку уже, как бы, знаешь, надо приглядываться. А ты за горой спрашиваешь? Не знаю. Эх, ты не экстрасекс. Слава богу. Ничего не понимаю. Мы вернулись туда же. Ну вот ты еще не понял? Город, который нет на карте. Жители странненькие какие-то. Ты правда думал, что мы возьмем и выйдем? Да серьезно? Как это возможно? Мы нигде не сворачивали. Хотелось бы и мне знать. Видишь дуб? Мы мимо него уже 5-й раз проезжаем. Попробуем еще раз. Попалось. Почему попалось? Ой. Вот черт. Внезапно из леса выскочил лось. Дэвид, сжав зубы, попытался избежать столкновения. Но судьба распорядилась иначе. Сила удара была неописуемой. Автодом завертелся, как лист на ветру, разбиваясь деревья и камни. Внутри паника и крики, стекла, разлетевшиеся на осколки, а металл скрипел и визжал, словно живое существо. Когда все затихло, лишь тишина и медленно тлеющие огоньки аварийных огней озаряли картину разрушения. Лось, словно призрак, исчез ночи, оставив лишь следы своего безумия. Как вы? Все хорошо? Слава богу, что мы все живы. Как это могло произойти? Папа, ты ведь не виноват? Не виноват. Эти лоси только так под колеса кидаются. И очень трудно избежать столкновения. У них в голове такой пунктик есть, что они не могут бежать препятствия, там, подождать еще что-то. Их задача перепрыгнуть. И лоси реально будут бежать за твоей машиной для того, чтобы ее перепрыгнуть. И если вы думаете, что, например, от фуры они отступят, нет, они будут бежать за фурой, чтобы ее перепрыгнуть. Они вот не понимают, что, блин, не могут они этого сделать, они не могут перепрыгнуть. Лена права, это была не моя вина, но мы живы, а это главное. Папа,
я так испугался. Лена, откуда ты знала, что выскочит лось? Вот про лося, кстати, я не знала, я думала, шипы будут. Насчет лося сама в шоке. Просто чувствовал, что что-то не так. Милый, что с машиной? Сейчас посмотрю. Но, думаю, прогноз неутешительный. Черт возьми, машина вся вмятина, лось пропал, как призрак. Да уж, надеюсь, он не пострадал. Но машина, кажется, не в лучшем состоянии. Как мы теперь дальше поедем? Видимо, мы никуда уже не поедем. Посмотрите, здесь что-то течет. Похоже, радиатор поврежден. Нам нужно вызвать эвакуатор. Какой же здоровый был лось! Я надеюсь, с ним ничего не случилось. Это значит, мы пойдем пешком? Да, Кевин, нам придется идти пешком. Но сначала давайте убедимся, что все в порядке с лосем. Или с лосем. Норма, позвони в службу спасения животных. Хорошо, Дэвид. Надеюсь, все обойдется благополучно. Связи нет. Что? Ну, началось. Мамочка, а что мы будем делать? Мы останемся тут жить? Останемся. А вот насчет жизни не уверена. Долго ли мы протянем? Хз. Без паники. Я что-нибудь придумаю. О, коп приехал. Что здесь произошло? О, офицер, это ужасно. Я наехал на лося. Машина вышла из строя, а связь не ловит. Неужели? Где он сейчас? Да что мы следим за твоим лосем? Лосем вообще нахрен он сдался? Он убежал в лес. Нам нужна помощь. Машина не на ходу. Понял. Мы посадим вам, но завтра. Что вы сделаете? Что это за слово такое? Скоро стемнеет, садитесь в машину. Я отвезу вас, где вы сможете переночевать. Благодарю вас. Дорогая, дети, собирайтесь. Дэвид, срочно сюда! Что случилось? Боже, Кевин! В этой суматохе никто не заметил последствий аварии. Ногу Кевина пронзил штырь. Он и сам этого не почувствовал. Вероятно, шок или адреналин поглотил все восприятия. Кевин лежал без сознания. Блин. Господи боже. Что случилось? Мой сын пострадал. Он находился в самом конце машины. Мы не заметили этого. Понял. У нас есть врач. Я привезу ее к вам. Дайте мне 5 минут. Некоторое время спустя шериф вернулся вместе с доктором. Здравствуйте, меня зовут Пенни. Я смотрю мальчика. Мелкий, ты только приди в себя. Прошу, пусть все будет хорошо. Пенни, что там? Нужно вытаскивать штырь. Серьезно? А ты его там оставить хотела? Ничего не понимаю. Сколько по времени это займет? Час. Два. Час? Через 20 минут стемнеет. А в чем проблема? Я знаю. Это не беда, у меня есть фонарик. Хороший, яркий. Нет, вы не понимаете. Объясните же. Вы темноты боитесь. Мы поступим так. Пенни и я останутся с мальчиком. Гейл, я не могу. Можешь. Кроме тебя ему никто не поможет. Без тебя он не жилец. Мы все останемся тут. Нет, вы поедете с моим сыном. Он отвезет вас в дом. Нет, ни хрена. Мы не должны так делать, потому что я не оставлю мальчика. Они сейчас его кокнут и все. Мы все останемся с мальчиком. Мы не станем оставлять ребенка с незнакомцами. Это не обсуждается. Вы должны уехать. Тут нельзя оставаться. Почему? Моя семья останется. Нет, выбирайте. Или мы спасаем мальчика, или уезжаем. Ни хрена себе. Что? И это нам говорит шериф? Да как вы можете? Поймите, это для вашего блага. Принимайте решение. Скорей. Ну как-то какие-то ультиматумы вообще такие странные. Можно я останусь сыном, а моя семья поедет, как вы и сказали? Можно. Дэвид! Разве ты не видишь? Нам не оставили выбора. Мой сын скоро будет тут. Собирайтесь, у нас мало времени. Да как это вообще можно понимать? Почему шериф такие условия ставит? Либо мы бросаем вас и мальчика, либо вы уезжаете вместе с моим сыном. Нахер нам твой сын вообще сдался-то? Ну, если человек хочет помочь, то пусть поможет. Вот как может, так и поможет. Папки здесь. Почему ты еще в лесу? Нужно скорее внутрь. Да, Кит, ты прав. Забирай их и вези в дом. Как-то что-то дохера ошибок этот коп пишет. Извините, конечно, создатель, но что-то как-то, ну, такое. Уже много ошибок. Да, Кит, ты прав. Забирай их и вези в дом. И эти Грейс. Почему к ней? Потому что в город вы уже не успеете. Скоро стемнеет. А как же ты? Мы с Пенни и папой мальчика. Дэвид. Рад знакомству, Дэвид. Ладно, извините. Мы с Пенни и Дэвидом останемся в автодоме. Езжайте уже! Нет, вам нельзя тут оставаться! Все будет хорошо, даю слово. Едьте! Я Кит, рад знакомству. Меня зовут Норма, а это моя дочь Мэй и ее подруга Лена. Кит, почему вы так спешите? Почему боитесь ночи? Я расскажу вам, но позже. Черт, колесо пробило! Только не это! А далеко идти? Идти? Нам придется бежать. Вы готовы? Я бегать-то вообще-то не люблю. Бежать? Что за вздор? Кит, мы никуда не пойдем, пока ты нам все не объяснишь. На это нет времени! Ладно, если он говорит, нет времени, давайте ему поверим, потому что у него, видите, глаза не только красивые, в смысле, честные. Побежали. Значит, рассказывай быстрей! Извините, мне жаль. Глаза врут, ребят. Он пушку на нас наставил. Господи, что ты делаешь? Слушайте внимательно. Прямо сейчас мы побежим до того дома. Что бы ни происходило, не останавливайтесь. Сейчас только стемнело, и у нас еще есть шанс. Да что происходит-то в этом городе? Объясните нам хотя бы. Готовы? Бежим! Вы побежали изо всех сил за Кидом. На улице становилось темнее, и ветер внес запах чего-то зловещего. Вы пробегали через поле, перепрыгивая через кусты, чувствуя, как адреналин заставлял вас двигаться быстрее. Нужный дом был уже близко. Но вдруг вы
услышали шепот, раздающийся повсюду. Кит закричал: «Не оборачивайтесь! Бегите! Бегите!» Вы, не задумываясь, ускорили шаг, пытаясь догнать его. Дом становился все ближе, и чувство опасности нарастало. Когда вы добежали до двери, Крит закричал: «Грейс, пусти нас! Скорее, пусти! Они уже тут!» «Кто они?» Ваше сердце замерло от страха, когда из темноты начали появляться лица с искаженными улыбками. «А это тот чел, который, помните?» Это были сущности, не похожие ни на людей, ни на что-то другое, что вы когда-либо видели. Их глаза сверкали зловещим светом, а улыбки были полны зубов, острых, как бритвы. Вы не понимали, что происходит, но понимали одно. Вам нужно выбираться отсюда как можно быстрее, пока еще есть шанс выжить. Привет, Лена. Мэй, ты помнишь меня? Норма, рад тебя видеть. Это тот парень, который был в первой самой начале, короче. Кто вы? Я вас не знаю. Отойдите от них. Грейс, открой дверь скорее. Они уже тут. Кит, заходи скорее. Почему так долго? Живо закройте двери. Боже, Кит, что ты делал на улице? Кто это с тобой? Сколько ж вас тут озвучивать? Извините, у меня голос нахрен сломался. Туристы, у них машина сломалась. Свяжите их. Добрый вечер, я думал, мне чашечку кофе предложат, а не веревку. Это не обязательно. Обязательно, ты сам это знаешь. Что вы делаете? Перестаньте! Тихо, тихо, все хорошо. Что вы за люди такие? Мы хорошие люди. Отведите их на второй этаж, я скоро подойду. Извините, меня немного задержали дела. Вы успокоились? Что вам от нас нужно? Нам от вас? Нам от вас ничего не нужно. Это мы вам нужны. И мы спасли вашу жизнь. От чего спасли? Что это за люди были на улице? Это не люди. Класс, а что это? Мы сами не знаем их происхождения. Днем этих чудовищ нет, и мы можем вести обычную жизнь. А ночью город погружается во тьму. Мы называем их улыбающиеся. Они выходят на улицы города в поисках плоти. Какую чушь вы несете? Чушь? Милочка, эти чудовища когда-то унесли жизни сотням людей. Благодаря талисманам мы смогли защитить наши дома. Раньше без талисманов твари могли проникнуть в любой дом. Их не остановить ни оружием, ни чем-либо еще. У них нет чувств, кроме голода. Почему вы живете в таком городе? Почему не уехать? А вы пытались уехать? Ну и как? Удалось? Из этого города невозможно выбраться. А так и знала я. Так и знал, название мне сразу не понравилось. Зачем же нам шрифт показал дорогу, если отсюда не выехать? Кстати, в натуре, а зачем он это сделал? Он говорит, едьте прямо. Нафига? Поверили бы вы, если бы мы сказали, что вам не уехать отсюда? Они не поверили бы. Мы собирались проколоть вам колеса, чтобы удержать в городе. Мы хотели постепенно объяснить, в какое место вы попали. Но на дорогу выбежал лось, и случилась неприятность с вашим сыном. Кит все мне рассказал. А зачем связали нас? У нас уже были новички, так что мы имеем опыт. Первую ночь каждый ведет себя по-разному. Но многие ждут возможности и выбегают на улицу. Улыбающиеся их ловят и сжирают, а потом проникают к нам в дом. Даже сейчас вы не верите мне и думаете, эти побеги. Для нас это опасность, но мы приняли вас, несмотря на это. Если окна и двери закрыты, шторы зашторены и талисманы висят, то чудовища не смогут проникнуть в дом. Но как только дверь откроется, вся защита спадет, и мы для них как на ладони. Но если смотреть под таким углом, то я согласна с ними и правильно сделали, что нас связали. Потому что вот представьте, что вы оказались в этой ситуации, в реальности. Но мы бы же, согласитесь, не поверили бы, сказали, ну что за бред? Чушь. Полная чушь. Думайте так, но смиритесь, из города не выехать. Все, кто живет в городе, попали сюда точно так же, как и вы. Я попала сюда 30 лет назад. У меня был муж, и мы как раз возвращались из медового месяца и заблудились. Машина сломалась, а Скотт вышел починить ее. На моих глазах улыбающиеся разорвали его на куски. Мне удалось бежать и спрятаться. Я тогда не знала, что это. Все мы туристы, и все мы попали сюда случайно. Но выбраться никто не смог. Да. А как же мой папа и брат? Они сейчас там, в машине. Будем надеяться, что они переживут эту ночь. С ними Гейл, он прекрасный человек. Это он сделал талисманы. Он как-то узнал, что они способны нас защитить. И с тех пор смертей у нас не было, кроме вчерашнего вечера. А как Гейл узнал, что талисманы спасают? А может, это все Гейл тогда подстроил? Ну вот как можно узнать, что какие-то талисманы что-то там спасают? Никак. А что произошло вчера? Мы закрываем шторы, потому что улыбающиеся, если посмотрят тебе в глаза, то могут загипнотизировать. Они способны уговорить тебя открыть окно. Так и случилось. Улыбающиеся заговорили девочку, и та впустила его. Выжил только отец. Он бухал в баре и оставил семью одну. Это все какой-то бред. Хорошо, до утра сидите тут, а дальше поступайте как знаете. Мне нужно идти. Да как он? У мальчика штырь в области бедра. Требуется экстренное вмешательство. Мне нужно провести процедуру
экстракции с использованием анестезии и антисептических средств. Для излечения народного тела будет выполнен разрез кожи, далее произведена диссекция тканей до доступа к штырю. После тщательной локализации и фиксации народного тела будет осуществлено его удаление с минимальным повреждением окружающих структур. Что я только что прочитала? Пенни, мы ничего не поняли. В натуре, Пенни, ну ты кому объясняешь-то? Держите мальчика, я сделаю ему укол. Папа! Папа, что у меня в ноге? Он пришел в себя. Тихо, сынок, потерпи, ты у меня боец. Держите мальчика. Он отключился. Все правильно, дождемся действия укола и начнем. Внутри автодома витало напряжение, которое можно было почувствовать в воздухе. Доктор Пенни, шериф Гейл и отец Кевина Дэвид стояли в мрачной тишине, когда вдруг раздался зловещий шепот. Что это было? Гейл, они уже здесь! Гейл! Кто они? Кто там? Говорите шепотом, Дэвид. Там те, кто питается плотью других людей. Что за чушь вы говорите? Пусти меня, Дэвид! Дэвид, нам нужна помощь! В это время Кевин лежал без сознания после укола. Пенни и шериф знали, что открыть дверь автодома было бы смертельной ошибкой. Но Дэвид, не зная об опасности, начал подходить к двери. Ты чё, совсем шой, ку-ку? Дэвид, стой! Не подходи к двери, это опасно! Что за чертовщина тут творится? Дэвид, не подходите к двери, прошу вас, сядьте! Вы не в своем уме? Что за чушь вы несете? Ты просто должен поверить. Я понимаю, как это звучит, но поверь. Если ты откроешь дверь, то все мы трупы, включая твоего сына. Хорошо, я понял. Что от меня требуется? Держите Кевина, я буду тащить. Держу. 1, 2, 3. Ай, представила. Оф-фу. Кевин, ты умничка, теперь все будет хорошо. Золотаем тебя, малыш. Спустя час. Как долго нам тут сидеть? До утра. А с утра мы отнесем его в больницу. И я продолжу лечение. Расскажите мне о том, что снаружи. Что это такое? Мы и сами не знаем. Знаем лишь то, что эти талисманы спасают нас. Правда, я никогда не использовала их в машине. Слава богу, что они действуют и тут. Они опасны только ночью. С рассветом их не будет, они куда-то исчезают. Выглядят как люди, пока они нападут. Тогда у них вырастает челюсть с несколькими рядами острых, как лезвие зубов. В них бесполезно стрелять. Их невозможно убить. Почему вы не уедете отсюда? Потому что отсюда не уехать. Как бы ты ни старался и как бы ни гнал, ты все равно вернешься на то же место. Это следующий день получается, да? Боже мой, вы живы, вы целы! Все хорошо, и с Кевином тоже будет все хорошо. Папочка, я хочу уехать отсюда! Мэй, мы не можем. Это правда, Мэй. Ненавижу! Я не хотела ехать с вами, но мне пришлось, вы заставили! У нас, Лена, были свои планы, но вы! И теперь из-за вас мы стреляли в этой дыре с монстрами или чем-то похуже, а Кевин попал в больницу! Вы думаете только о себе, я вас ненавижу! Не помешал? Нет, что такое? Познакомьтесь, это Зейн, помощник шерифа. Нас попросили провести вам небольшую экскурсию. Здравствуйте. Не нужна мне экскурсия, как и этот город. Вот я бы не отказалась от экскурсии. К сожалению, у нас у всех нет выбора. И я советую посетить эту экскурсию. В ближайшем будущем вы можете пожалеть, что не пошли. Я пойду. Мы все пойдем. Не обращайте внимания на Мэй. Она в таком состоянии сейчас. Да, мы понимаем. Предлагаю начать с полицейского участка. Объясните мне, тупой, нахрена там полицейский участок нужен? У вас есть полицейский участок? Да. В нем работает всего пара человек, включая меня. С нашим шерифом вы уже знакомы. Не хочу быть занудой, но зачем полиция в таком городе? Кого тут охранять и защищать? Если с монстрами вы справиться не можете, а люди не думают, что совершают преступления. Мы хотим создать какую-никакую цивилизацию. Раньше я работал бойскаутом, а наш шериф военный. Сейчас мы стараемся жить с тем, что имеем. Возможно, со временем вы поймете, что я имею в виду. А это церковь преподобного Говарда. Вы еще не знакомы? Нет. О, у нас новые люди в городе. Добро пожаловать. Если вам что-нибудь понадобится, приходите ко мне. По поводу и без. Я помогу освоиться. Благодарю. Закусочная с лучшими блинчиками в мире. Да что происходит в этом городе? Слушайте, какая нахрен закусочная? Какие кафешки? А чем расплачиваются в этой закусочной? Деньгами? А нахрена в этом городе нужны деньги? Тут нету поставок товара, чтобы покупать что-то. Ну, короче, какой бизнес тут можно вообще вести? Закусочная? А чем вы расплачиваетесь? Подорожником. Тут разве ценятся деньги? Как много вопросов у наших новых жителей. Здравствуйте, гости. Рада вас видеть. Ты-то еще кто? Мне уже голос болит, понимаете? Болит, столько людей звучит. Это Мона, хозяйка закусочной. Мона, твой бизнес как? Прогорел?
ел уже. Привет, меня зовут София. Я официантка. Могу я предложить вам кофе с блинчиками? У меня еще официантка есть. Охренеть, зарплату какую получаешь? Что же с подорожниками? Да вы издеваетесь. Слушайте, я одна? А сколько вы персонажей тут уже насоздавали? София, дай ключ от дома. Кажется, я потерял его в лесу. Джо, ты не видишь, что я занята? Извините, мой брат несносный грубиян. Вы пока выбирайте, а я дам ему ключи. Иначе он не отстанет. Думаю, мы откажемся от блинчиков и продолжим экскурсию. Хорошо. Тогда предлагаю пойти на ферму. Вы уже там были, но толком ни с кем не познакомились. Ферма у нас большая. Вы сегодня ночевали в главном доме. Вау, что это за новый красивый мужчина в нашем городе? Красивый? Где? Кто? А, это мой муж. В самом деле, я бы не была так уверена. У нас на ферме все общее. В смысле? И кит тоже общий, что ли? Ты вы чё? Чё за правила такие ваши на ферме? Не обращайте внимания на Ирму. Но она права. На ферме все общее. Пардон? Я, конечно же, о вещах говорю, а не о том, о чем она. И снова здравствуйте. Грейс, у нас экскурсия по твоей ферме. Грейс тут главная, она вожак. Скажешь тоже. Лесли, иди сюда. Да ё-моё, кто еще придет? Что такое? Покажи им ферму. С удовольствием. У нас есть много животных. Куры, козы, коровы. Мы их разводим для еды. За животными ухаживает Диего. Вот, кстати, и он. Диего, поздоровайся. Здравствуйте. Извините, Диего, такой голос тебе достался, потому что я еще могу сделать? Привет! Уходите! Вы не нравитесь деревьям. Че, кому я не нравлюсь? Деревьям! Ни хрена себе, какие они это избирательные! Охренеть! Ну извините, деревья, ё-моё! Каспер, перестань. Он немного того, но безобидный. Каспер, тот фикус сказал, что твоя прическа отстой. Вы закончили? Нам нужно идти. Приходите на площадь через 15 минут. Хорошо, рада была познакомиться, скоро увидимся. Вы закончили? Да, хорошо, тогда начнем. В нашем городе появились новые жители. Елена, Норма, Дэвид, Мэй и Кевин. Вам нужно решить, где вы будете жить. Наш город разделен на два района. Город и ферма. В городе у каждого свой дом. Жители города, пожалуйста, представьтесь. Ой, подойдите. Охренеть, их тут до хера, ребята. Привет еще раз. Здравствуйте. Приятно познакомиться. Мы рады вам. Привет. Я тоже живу в городе. На ферме все живут в одном большом доме. Жители фермы, пожалуйста, подойдите. Мы только что виделись. Не удивляйтесь, но я живу на ферме. Не с отцом. Ты живешь в общем доме со всеми? Не в своем отдельном доме? Так на ферму мне надо получать, товарищи. Со мной вы уже знакомы. Дэвид, надеюсь, ты выберешь ферму. Привет. Они не нужны на ферме. Они не нравятся деревьям. Вырубить их, что ли? Каспер, ты не меняешься. Извините, я опоздала. Я живу в городе, если что. Слушайте, это просто насилие моего горла, моего говора. Это просто будет жесть. Вы видели, сколько они персонажей создали? Я не знаю, что делать. Я уже не помню, кого как озвучивала. Уже похрен. Главное, чтобы различия были между теми, кто подряд пишет. Вам нужно принять решение, где вы будете жить. Это решение будет окончательным. И после выбора его изменить или передумать нельзя. Если вы хотите жить в городе, возьмите камень со стола. Если вы хотите жить на ферме, возьмите цветок. Ага. Дэвид, нужно выбрать город. У нас будет свой отдельный дом. Согласен. Мы выбираем город. А что мы выбираем город? Я вообще даже не ваша дочка. Я сама себе что-нибудь выберу. Это решение не единогласное, а каждый должен назвать свой ответ. Хорошо. Так, Норма выбирает город. Дэвид выбирает город. Девушки, вы. Мы выбрала ферму. Она взяла цветок. Я думала, он с родителями пойдет. Мэй, что ты делаешь? Я хочу жить на ферме. Нет, ты будешь жить с семьей. Девочка сделала свой выбор. Она несовершеннолетняя. Она должна жить с нами. Не переживайте. Мы присматриваем друг за другом. Тогда я тоже пойду на ферму. Голос изменить нельзя. Лена, теперь твое решение. Камень или цветок? Так, что выбрать? С одной стороны... Продолжение следует. А я не выбрала. Походу, ребята, это решение будет очень решающим, судя по всему, да? Раз мне дали, грубо говоря, время на то, чтобы я подумала, куда отправиться, в город или на ферму. Свой дом — это прикольно, классно, удобно, можно его обезопасить. А на ферме наша подруга, что самое важное, да, наша подруга, наша это близинушка, кровинушка, кто там она? Ну и кит, который...
ну, как этот, вроде бы как с добрыми глазами, да, человек, который нам помог, понимаете, вот, да, вот, потому что он помог нам. Честно говоря, сложно что-то выбрать из этого, согласитесь. Если так подумать, а что мне делать в доме, в городе, точнее, с ее родителями жить? Да нахрен мне ее родители вообще нужны? Получается, я буду жить с Кевином, с ее младшим братом, с папой, мамой. Ну, как-то вообще ни о чем, да? Поменять свое решение нельзя. А на ферме все-таки интереснее, там больше людей, больше как-то контактируешь со всеми. Мне кажется, я выберу, наверное, ферму, потому что там как минимум не скучно будет. О, давайте так. Отправьте в комментарии либо камень, либо цветок, куда бы вы хотели, чтобы я заселилась. Камень — это город, цветок — это ферма. Все, заспамьте мне комментарии вашим вариантом ответа. Я еще почитаю, посмотрю, сколько, возможно, я даже опрос устрою, чтобы посмотреть, кто за что голосует, и примем общее решение. И помните, что на ферме живет Кит. Ой, это Мэй, наша подружечка. Как мы свою подружечку-то оставим одну? Скажите мне, пожалуйста. Ну что я могу сказать? Достаточно масштабная страшная переписка нас ждет, согласитесь, потому что, судя по всему, они рассчитывают на много-много серий. Сколько уже ролик идет, да? Ну, по-моему, до хрена он идет. Ну, по крайней мере, сколько я снимаю, много. Еще только начало, то есть только пояснение ситуации, где мы оказались, даже еще не обустроились. Это говорит о том, что реально они что-то масштабное готовят. И посмотрите, сколько персонажей, сколько людей. Да кто-нибудь-то по-любому выживет, кого-нибудь спасу. Слишком много людей, чтобы я всех перекокала. В общем, я прям в ожидании. Мне прям хочется скорее продолжить страшную переписку. Так что давайте, создатели, не тяните. Буду ждать вашего мнения насчет этой страшной переписки. Я же благодарю за просмотр. Спасибо, что посмотрели это видео до этого момента. Буду ждать вашего решения, где нам жить, в комментариях. Подписывайтесь обязательно на мой YouTube-канал, чтобы не пропускать новые видео, новую страшную переписку. А также подписывайся на мой Telegram-канал, чтобы я могла выеживаться перед тем, кто мне попадется на пути. Все, люблю, целую, обнимаю и пока!